колесо имеет богатую историю, однако незначительно изменилось за последние 2-3 столетия, если не больше. Компания Goodyear предоставила модель концептуальных шин будущего Eagle 360. Новаторские решения Goodyear предназначены для транспортной системы будущего, основанной на использовании беспилотных автомобилей. Концептуальные шины Eagle 360 кардинально отличаются от современных шин сферической формой. И работают они во взнос шин и обеспечивают эффективное движение в парковочном пространстве за счет шарообразной формы. Аналогичная технология уже успешно используется в конструкции поездов на магнитной подвеске. Шины будущего Eagle 360 позволяют принципиально улучшить комфорт пассажиров и на порядок снизить уровень шума. Использование таких шин в будущем обеспечит надежность и безопасность передвижения. Производитель шин Hankook Tire предлагает свой взгляд на то, какими могут быть колеса не слишком далекого будущего. Tiltread является расщепленной шиной на 3 параллельных секции, каждая из которых установлена на соответствующей расщепленной части колеса. По мере того, как колесо поворачивается и наклоняется, 3 секции шин по отдельности повышаются или понижаются, что позволяет иметь более прочное сцепление с дорожным покрытием. Конструкция шины позволяет легко маневрировать по бездорожью, а также позволяет легко адаптироваться к чрезвычайно пересеченной местности. На высоких скоростях края шины расширяются с помощью центробежной силы, обеспечивая максимальное сцепление и управляемость. Шина Tiltread подвешивается через магнитное поле, что позволяет внутреннему ободу свободно перемещаться в тот момент, когда шина проходит в местах выбоин. Также компания Hankook представила безвоздушные шины iFlex. Этот тип безвоздушных шин изготовлен из синтетического полиуретана, причем сама шина и обод изготавливаются вместе в виде одной цельной детали. Это значительно влияет на вес колеса, он значительно меньше текущих решений. В такой шине не нужно поддерживать постоянное давление, она не боится проколов, благодаря уникальной структуре способна сглаживать неровности дорожного полотна и позволяет снизить шумность. Благодаря улучшенному сцеплению с дорожным полотном обеспечивается низкая потребляемость топлива. Благодаря изменениям внутренней структуры, эти концептуальные шины способны адаптировать форму своего протектора к различным ситуациям. Шина полностью заменяет собой колесо. Концептуальная шина от Nokian Tyres – это первая в мире зимняя шина с выдвижными шипами. Nokian Tyres представили первую в мире зимнюю шину с выдвижными шипами. Шипы выдвигаются из шины после нажатия кнопки водителем в салоне автомобиля.
Когда шипы не нужны, водитель может их убрать также одним нажатием кнопки. Шипы можно не использовать на сухом асфальте, но их можно легко активировать на льду для повышения безопасности. Шипы на всех четырех шинах выпускаются и убираются одновременно. Тело шипа остается неподвижным. Единственная подвижная часть – это жесткий металлический сердечник в центре шипа. Шины от Nokian Tyres – это технологический прорыв, который войдет в нашу жизнь уже в ближайшем будущем. Безвоздушные шины производятся в сборке с колесом для фронтальных погрузчиков. Колесо эластичных полиуретановых спиц и стального двухслойного внешнего обвода. Диаметр колесного диска 32,7 дюйма, глубина рисунка протектора 3,5 мм. Однако колесо может выдерживать нагрузку 1995 кг. Посмотрите на них в действии. Преимущество этих шин в том, что они не требуют подкачки, очень стойки к повреждениям и имеют очень долгий эксплуатационный срок. Сила сцепления с дорогой таких шин не уступает силе сцепления пневматических. Стоит такая шина будет в два раза дешевле обычной. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. До следующих встреч. Пока!